На базе Солигорского департамента охраны прошло традиционное мероприятие, призванное объединить молодых сотрудников и подготовить их к будущей службе. 16 молодых специалистов со всей области приехали поучаствовать и проявить себя. В очередной раз на базе Солигорского отдела департамента охраны состоялся сбор с молодыми сотрудниками подразделения Минской области департамента охраны. В рамках данного сбора сотрудникам предстояло пройти подготовку по теории, по изучению норм административного законодательства, по изучению навыков владения боевыми приемами и отработать нормативы по огневой подготовке. Проведение такого рода мероприятий способствует не только теоретической подготовке сотрудников, но и выполнению поставленных задач на практике. Вручение оружия, напутственные слова – это все очень позитивно влияет на деятельность сотрудников. Не обошлось и без торжественной части. В ходе мероприятия состоялась экскурсия и вручение оружия новым сотрудникам. А значит, коллектив пополнился новыми перспективными кадрами. В ходе встречи оценки не выставлялись. Тем не менее, организаторы подчеркнули высокий уровень подготовки и искреннее желание новых сотрудников быть лучшими в своем деле.